И о новостях спорта. Хакасия встречает конников из Сибири. На республиканском ипподроме стартовали всероссийские соревнования по троеборью. 8 субъектов, больше 60 участников. Сегодня первый этап – манежная езда. Оценила масштаб Наталья Гармашова. Лощеный вид, аккуратная прическа, грация. К большим соревнованиям лошади готовы, наездники тем более. 19-летняя Ася Сидорчук из Новосибирска в тандеме с Элем буденовской породы и другими лошадьми уже успела покорить немало спортивных вершин. В Абакан приехала за очередной наградой. Довольна и конем, и собой. В первый день для нас все сложилось. На тренировках разговариваем. И диалоги ведем, а тут уже все, надо молчать на самой езде. Так, а как она знает, где остановиться? Вы ногами, руками, телом. Манежная езда – первый этап конного троеборья. На огороженной площадке участники двигаются по определенным невидимым линиям, разными видами походки, выполняя ряд упражнений. Под седлом Насти Лазаревой из Горно-Алтайска не просто напарник, друг – 8-летний Геральт русской верховой. Перед нашей видеокамерой скакун немного спасовал, зато в манеже держался уверенно. Здесь важна концентрация лошади, взаимосвязь, отношения лошади и всадника. Это сложно поддерживать в течение вот всей езды, чтобы лошадь была все время с тобой. Первый конкурсный день малозрелищный, потому у манежа только судьи и тренеры. В их числе и Сергей Мартьянов, мастер спорта международного класса. Сейчас работает в Москве, но каждый год приезжает на родину поболеть за наездников. Вспоминает свой путь к высоким наградам и спортивным званиям. Начинал тоже с этого ипподрома. Пришел, мне очень понравилось, потому что живой мир – это очень здорово. Все остальные виды спорта – это человек от человека зависит, а здесь мы пара – человек и лошадь. И где-то лошадь выручает, где-то человек опытный на молодой лошади выручает. Второй состязательный этап будет сложным, даже экстремальным по виду испытаний. Это кросс с неразрушаемыми препятствиями. А в субботу болельщики увидят конкур – самые зрелищные заезды. Победители определятся в личном зачете по результатам трехдневных соревнований. Критерий лидерства – меньшее число штрафных очков. Мы должны обязательно в призерах быть. Ну и самое главное – это же мастерский турнир. Поэтому победитель, ему присуждается звание мастера спорта. Поэтому здесь очень престижное соревнование. Всероссийские соревнования по троеборью ежегодно собирают в Хакасии наездников из сибирских городов. В этот раз присоединилась Тюмень. Участников больше 60. Это новый рекорд по массовости. Финишируют состязания в субботу. Наталья Гармашова, Антон Новожилов. Вести Хакасия.